Время. Судьи, просто повторить победу. На татаме номер один победу одержал Алиев Магомед. На татаме номер один приглашается Орехов Иван, город Североморск, Акинчик Роман, город Североморск. Готовятся Корнилов Александр, город Алакурти, Некрасов Иван, город Североморск. Thank you.
Татами номер один победу одержал Рокиев Иван. На татами номер один приглашается Корнилов Александр, город Алакорти, Некрасов Иван, город Североморск. На татами номер один приготовится Филимонов Степан, город Кандалакша, Шевчук Кирилл, город Североморск. Thank you.
На татами номер один приглашается Корнилов Александр, город Алакорт, Некрасов Иван, город Североморск. Ведомый автосоперником на первом татаме победу одержал Корнилов Александр. На татаме номер один приглашается Филимонов Степан, город Кандалакша, Чевчук Кирилл, город Североморск. Готовится Акиншин Семен, город Кандалакша, Резденко Артем, город Мурманск. Татами номер один победу одержал Филимонов Степан. Шевчук Кирилл.
На татами номер один приглашается Акиншин Семен, город Кандалакши, Грузенко Артем, город Мурманск. Ведомый явкой соперника и победу на первом татаме одержал Грузенко Артем. На татаме номер один приглашается Харченко Сергей, город Мурманск. Тельцевский Егор, город Алакорти. На татаме номер один готовится Мурадов Калик, город Кандалакша, Калинин Роман, город Североморск. Повторно приглашается на татаме номер один Харченко Сергей, город Мурманск, Тельцевский Егор, город Алакорти. Ведомый явку соперника на первом татаме победу одержал Тельцевский Егор. На татаме номер один приглашается Мурадов Фарид, город Кандалакша, Калинин Роман, город Североморск. Thank you.
На татаме номер один победу одержал Калинин Роман, город Северодвинск. Татама номер один приглашается. Девочки 10-11 лет, 35 килограмм. Белокопытова Ульяна, город Кандалакша. Нурбагандова Самира, город Североморск. К выступлению приготовиться девочкам 10-11 лет, 35 килограмм, Масаль Эвелина, Касап Вера. Готовится. Да не ходи!
На катании номер один победу одержала ДВКП «Пилот Ульяна» город Кандалакша. На катании номер один приглашаются Насал Эвелина, город Североморск, Касап Вера, город Североморск. Приготовятся для выступления Зигаленко Варвара, город Мурманск, Бабенкова Полина, город Североморск.
Капитана номер один победа одержала Наталья Ивановна, город Комсомольск. На капитана номер один приглашается Джигаленко Варвара, город Мурманск, Дубенкова Полина, город Комсомольск. Юбилей яхты соперника победа одержала Бабенкова Полина, город Североморск.
Thank you.
На татами номер один, победа. На татами номер один победа одержала Артемьева Ксения, город Мурманск. На татами номер один приглашается Кузнецова Алина, город Североморск. Алиева Самира, город Оленегорск. Готовятся Устин Артемия, город Североморск. Шевченко Иван, город Мурманск.
На татами номер один приглашается Костинов Даниил, город Североморск, Шевченко Иван, город Мурманск. Готовятся Павлов Кирилл, город Мурманск, Ахмадзода Махамад, город Алакорти. Время.
На татами номер один победу одержал Устинов Даниил, город Североморск. На татами номер один приглашается Павлов Кирилл, город Мурманск, Ахмадзода Мухаммад, город Алакурти. Время.
Попана номер один, победа одержала Павла вперед, город Мурманск. На попану номер один приглашаются Никитин Евгений, город Североморск, Марыгин Дмитрий, город Североморск. Готовится Погалов Александр, город Североморск, Кроликов Максим, город Мурманск. Thank you.
На татами номер один победу одержал Никитин Евгений, город Североморск. На татами номер один приглашается Пагалов Александр, город Североморск, Кроликов Максим, город Мурманск. Готовятся Рогова Вероника, город Североморск, Белокопытова Ульяна, город Кандалакша. Готовится.
На татами номер один победу одержал Пагалов Александр, город Североморск. На татами номер один приглашается Розова Вероника, город Североморск, Белокопытова Ульяна, город Кандалакша. Готовится Насал Эвелина, город Североморск, Бубенкова Полина, город Североморск. На татами номер один победу одержала Родова Вероника, город Североморск. На татами номер один приглашается Насали Велина, город Североморск, Бубенкова Полина, город Североморск. Готовится Алиев Магомед, город Оленегорск, Бизин Матвей, город Кандалакша.
Атаканы номер один победу одержала Бабанкова Полина. Атаканы номер один победу одержал Алиев Магомед, ведение явки соперника. На татами номер один приглашается Крупный Лена, город Мурманск, Артемьева Ксения, город Мурманск. Готовятся Жарова Аяна, город Североморск, Алиева Самира, город Оленегорск. Thank you.
Потом номер один приглашается Жарова Аяна, город Североморск, Алиева Самира, город Оленегорск. Приготовиться на готовый номер один. Пеньшин Игорь, город Мурманск, Арефьев Иван, город Североморск. Повторно вызывается на татами Жарова Аяна, город Североморск. Победу явки соперника, победу одержала Алиева Самира, город Оленегорск. На татами номер один приглашается Арефьев Иван, город Североморск, Корнилов Александр, город Алакорте. Повторно называется Орехов Иван, город Североморск, Корнилов Александр, город Алакорте.
На татами номер один приглашается Попов Эльдар, город Мурманск, Шевчук Кирилл, город Североморск. Yeah.
Победу одержал Несиченко Ярослав. А второе направление Напомню, номер 1, готовятся девочки, весят 11 лет, 45 килограмм, Лубки Наталина, город Мурманск, Сазанова Диана, город Североморск. На татаме номер 1 победу одержал Попов Эльдар, город Мурманск. Thank you.
На татами номер один приглашается Лубкина Полина, город Мурманск, Сазанова Диана, город Североморск. На татами номер один готовится Центевской Егор, Калинин Роман. Thank you.
На татами номер один приглашается Тельцинской Егор, Калинин Роман. Поединка приготовится. Розовый Вероника, город Североморск.
Бубенкова Полина, город Североморск. Татами номер один приглашаются. Рогова Вероника, город Североморск. Бубенкова Полина, город Североморск. Готовятся. Белокопытова Ульяна, город Кандалакша. Насаль Эвелина, город Североморск.
На самом деле, не подними ручку, пожалуйста. На первом татаме приготовиться гостиный домовой город Североморск Павлов Кирилл, город Мурманск. Здоровья!
которые заполнены? Ну да. А, все, да, хорошо, да. То мы просто раз, можно было так остановить, чтобы сразу поставить. Ну, если есть возможность, и катана номер один победа одержала на самом деле на улице Грабарь. Катана номер один приглашается Устину Даниилу, город Североморск, Павлов Кирилл, город Мурманск. Приготовиться Шевченко Иван. Приготовиться Шевченко Иван, город Мурманск, Ахмадзада Мухаммад, город Алатырцы. Thank you.
шезлонг, взвешивание. Шезлонг, а что? Ну. А что? Что дополнительное время? Ну, да как взвешивание должно быть. Взвешивание? Конечно. Капитан номер один победу одержал Устинов Даниил, город Североморск. На капитана номер один приглашается Шевченко Иван, город Мурманск, Ахмадзода Мухаммад, город Алакурти. Thank you.
На первом татаме приготовится Маринков Архип, город Мурманск. Ткаченко Глеб, город Кандалакша. На татаме номер один победа Давай Шевченко Иван. На татаме номер один приглашается Маринков Архип, город Мурманск. Ткаченко Глеб, город Кандалакша. Готовится Попов Ильдар, город Мурманск. Дрозденко Артем, город Мурманск. На татаме номер один победа Иван Рыбков Архип, город Мурманск. На татаме номер один приглашается Попов Ильдар, город Мурманск, Дрозденко Артем, город Мурманск.
Это камень номер один. Приготовиться. Спичак Вероника, город Оленегорск. Сазанова Диана, город Североморск. Камень номер один, победа одержал гражданин Картон. Это камень номер один приглашается. Спичак Вероника, город Оленегорск. Сазанова Диана, город Североморск. Готовится Петр Платон, город Североморск. Горелов Николай, город Мурманск. Пожалуйста, это самые тяжелые девочки трое. На татаме победа одержала Сазанова Диана. На татаме приглашается Федор Платон, город Североморск, Горелов Николай, город Мурманск.
На татами победу одержал Петр Платон. На татами объявляется перерыв. На татами номер один приглашается юноша 14-15 лет, весовая категория 55 кг, Унгифук Семен, город Оленегорск, КС Даниил, город Североморск. Готовится Унгифук Кирилл, город Оленегорск, Кочинский Иван, город Мурманск. На татами номер один приглашается Унгифук Семен, город Оленегорск, Карас Даниил, город Североморск. Ведомый явки соперника, на татами номер один победу одерживает Унгифук Семен. Татами номер один приглашается Унгифук Кирилл, город Оленегорск, Кочинский Иван, город Мурманск. Готовится Ильичев Георгий, город Североморск, Муратов Егор, город Мурманск. Thank you.
Время. На татами номер один победу одержал Печинский Иван. На татами номер один приглашается Ильичев Георгий, город Североморск, Муратов Егор, город Мурманск. Георгий. На первом татаме приготовиться Рыжков Даниил, город Североморск, Тимофеев Андрей, город Алакурти. Thank you.
Время. Татами номер один победу одержал Ильичев Георгий, город Североморск. На татами номер один приглашается Рыжов Даниил, город Североморск. Тимофеев Андрей, город Алакурти. Готовится Хасамадинова Мария. На татами номер один победу одержал Тимофеев Андрей, город Алакурти. На татами номер один приглашается Хазамуддинова Мария, город Североморск. В связи с отсутствием соперника победа присуждается Хазамуддиновой Марии.
На татами номер один приглашается Сельфалаева Айсель, город Мурманск, Панина Дарина, город Мурманск. В связи с неявкой соперника победа присуждается Сейфулаевой Айсель. На татами номер один приглашается Качанова Снежана, город Североморск, Гаджиева Ульяна, город Североморск. На татами номер один к выступлению готовятся юниоры 16-17 лет, весовой категории 55 кг, Паршин Даниил, город Мурманск, Сухов Семен, город Апатиты. На втором показе приготовлено окончание Алексей. Время.
На татами номер один победу одержала Качанова Снежана, город Североморск. На татами номер один приглашается Паншин Даниил, город Мурманск, Софьев Семен, город Апатиты. Готов. Ильичев Георгий, город Североморск. Тимофеев Андрей, город Алакурти. На татами номер один победу одержал Софьев Семен, город Апатиты. На татами номер один приглашается Ильичев Георгий, город Североморск, Тимофеев Андрей, город Алакурти. Готовятся Муратов Егор, город Мурманск, Рыжов Даниил, город Североморск.
Ака. Сира. Румыни. Эй! Эй! Время. На первом татаме победу одержал Ильичев Георгий, город Североморск. На татаме номер один приглашается Муратов Егор, город Мурманск, Рыжов Даниил, город Североморск. Эй! Хочу!
На первом татаме победу одержал Мурат Акигур, город Мурманск. На татаме номер один объявляется перерыв. Татами номер один приглашается девушка 12-13 лет весовой категории 40 кг. Хинкина Анастасия, город Оленегорск. Насал Мелли, город Североморск. Готовятся Адулова Милана, город Североморск. Каратай Мария, город Североморск. Thank you.
На втором этапе готовится. Капитан номер один, преступление готовится. Колокола Валерия, город Североморск. Аполлова Милана, город Североморск. Сюда, контент сам.
На татами номер один победу одержала Хенкина Анастасия, город Оленегорск. Насаль Нелли была дисквалифицирована. На татами номер один приглашается Кулакова Валерия, город Североморск, Адолова Милана, город Североморск. Ведомые явки соперника. Победу одержала Кулакова Валерия, город Североморск. На татами номер один приглашается Красовская Мария, Кандалакша, Панина Ангелина, Североморск. Повторно приглашается Панина Ангелина, Североморск. На татами номер один готовится Черниенко Юлия, город Североморск, Алексеева Дарья, город Кандалакша. Do it.
На татами номер один готовятся Черниенко Юлия, город Североморск, Алексеева Дарья, город Кандалакша. Победа на
Татами номер один. Победу одержала Красавская Мария, город Кагалакша. На татами номер один приглашаются Черниенко Юлия, город Североморск, Алексеева Дарья, город Кагалакша. Готовятся Кондрашова Полина, город Североморск, Куколова Елена, город Североморск. Просто Марию Красовскую вернуть ленту. На татами номер один победу одержала Черниенко Юлия, город Североморск.
На татами номер один приглашается Кондрашова Полина, город Североморск, Куколова Милена, город Североморск. Готовятся Богомазова Таисия, город Североморск, Насаль Нелля, город Североморск. За тамин номер один победу одержала Куколова Милена, город Североморск. За второй тамин победу одержала Куколова Милена, за второй тамин выпадает Куколова Милена, за второй тамин
работать, чем мы. На татами номер один приглашаются Богомазова Таисия, город Североморск, Масаль Нелля, город Североморск. Готовятся Панина Ангелина, город Североморск, Шурбак Яна, город Кандалакша. На татами номер один победа одержала Богомазова Таисия, город Североморск. На татами номер один приглашается Панина Ангелина, город Североморск, Шурбак Яна, город Кандалакша. Thank you.
На татами номер один готовится Алексеева Дарья, город Кандалакша, Кондрашова Полина, город Североморск. На татами номер один победу одержала Шурбак Яна, город Кандалакша. На татами приглашается Алексеева Дарья, город Кандалакша. Ввиду неявки соперника победа достается Алексеева Дарья, город Кандалакша. На татами номер один приглашается Черниенко Юлия, город Североморск, Куколова Милена, город Североморск. На татами номер один готовится Брюханова Эрика, город Североморск, Расулжанова Муслима, город Кандалакша. Черниенко Юлия,
город Североморск. Куколова Милена, город Североморск. Нападание номер один готовится. Брюханова Эрика, город Североморск. Расул Жанова Муслима, город Кандалакша. На татами номер один победу одержала Расул Жанова Муслима, город Кандалакша. Прошу прощения. На татами номер один победу одержала Куколова Милена, город Североморск. На татами номер один приглашается Брюханова Эрика, город Североморск, Расулжанова Муслима, Кандалакша. Готовится Шурбак Яна, город Кандалакша, Красовская Мария, город Кандалакша. Эй!
На татами номер один победу одержала Проханова Эрика. Расулжанова Муслима была дисквалифицирована. На татами номер один приглашается Шурбак Яна, город Кандалакша, Красовская Мария, город Кандалакша. Готовится Богомазова Таисия, город Североморск, Пенкина Анастасия, город Оленегорск. Thank you.
На татами номер один победу одержала Шурбак Яна. На татами номер один приглашаются Богомазова Таисия, Кемкина Анастасия. На татами номер один победу одержала Богомазова Таисия. На татами номер один объявляется перерыв. Молодец. 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 Молодец